Рев авиамоторов, имитация взрывов и стрельбы ждут сургутян в День Победы. В городе впервые пройдет масштабная военно-историческая реконструкция. На площадке за Дворцом спорта воссоздадут события Берлинской наступательной операции и штурма Зеиловских высот в апреле 45-го. Участвовать в действии будут танки и несколько самолетов, в том числе единственный в России летающий экземпляр «Дуглас ДС-3». Именно на нем в мае 1945 года из Берлина в Москву доставили Знамя Победы. Театральная постановка начнется в 6 вечера и продлится 1,5 часа. Воссоздавать события тех лет будут 150 человек. После реконструкции горожан ждет показательное выступление пилотажной группы «Барс».